Тетя. Ну, да? Пришел румонный к нам весить шторы. Вчера в Максидоме с папой. Они накупили нам много этих штор. Собачка, да? Ой, птичка полетела, да? А собачка как плавает? И хотя понять, ну-ка, а где ваша собака? Притчу древнюю о слоне и о слепцах. Мешают людям в мире всем. Вон там собачка. В мозгах их крепкие запоры. Зави птичку и собачку. Да? Получилось? Сейчас. Мама! Пипа. Да. Возьми печеницу. Пипа в записи с пониманием. Что глупость, смотри, в общем, не способна. Надо с новой мысли всех своих трудиться. Да? Продолжаю делать я. Как машинка? Биби.